Дорогие друзья, от всей души поздравляю с удивительным праздником – Днем космонавтики. Это особенный праздник, ставший триумфом научной мысли и человеческого мужества. 12 апреля 1961 года началась наша космическая история. В этот день Юрий Гагарин на орбитальном космическом корабле «Восток» за 108 минут облетел всю Землю. Это время, эти 108 минут навсегда изменили мир. Изменили представление о том, что является невозможным и немыслимым. Наша страна открыла дорогу во Вселенную, и мы искренне гордимся этим. Герман Титов, Валентина Терешкова, Валерий Быковский, Алексей Леонов – эти имена известны всему миру. Их свершения служат примером искреннему мужеству, патриотизму и преданности своему делу. Это наши космонавты, которыми мы очень-очень гордимся. Каждый полет в космос – настоящий подвиг. В отечественной истории было много других эпизодов, которые позволяют восхищаться мужеством и героизмом наших соотечественников. Этим людям мы посвятили проект «Мотивацию. Страна героев», которые рассказывают, запечатлевают моменты невероятных подвигов и отваги. Приглашаем вас в Государственный музей спорта посмотреть на новую выставку и участвовать в проекте «Страна героев». Ведь героем может стать каждый из нас.